stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Всем палочки, с вами Umbrella, и мы продолжаем с вами изучать игру World in Audition. Сегодня я хочу показать режим, который называется Shooting Star. У этого режима есть две разновидности, два уровня сложности. Собственно, вот они. Я понимаю, что вам это мало что скажет, но вот этот режим попроще. На него, в нем надо нажимать только на пробел под бит песни, не более. Этот режим, в принципе, то же самое, только вместо пробела здесь стрелки влево и вправо. Ну, я думаю, начнем то, что посложнее, потому что, ну, на пробел, мне кажется, каждый сможет нажать. То, в общем-то, и тот, что посложнее, тоже не очень-то и сложный режим. Просто, ну, просто давайте я покажу вам его на известнейшие песни. Сейчас его найду. Я думаю, каждый слышал эту песню. Так что погнали. Буду играть двумя руками, чтобы не запутаться. Или одной будет проще. Давайте одна, ладно. Этот режим танцевать тяжело, если вы не слышали песню. Я поймала усиление, теперь этот шаг прожался халявно. Покажу вам сейчас, как это найти. Вот видите, авто кнопочка. Теперь следующий шаг нам прожмется сам по себе. Вот опять стоим, ждем. Здесь, чтобы получилось на перфект, я заметила, нужно гораздо позже нажать. Я не знаю почему, может, меня лагает жутко, но как-то так. Ой. Как вы видите, точнее, если вы смотрели мое видео из Music Man, там есть похожий режим, там где кнопочки сначала заполняются, потом их нужно нажать. Но там он гораздо сложнее. Там даже есть два ряда для двух рук. Хотя здесь на высоком бите тоже будет весело. Здесь сложность в том, в этом последнем шаге, что стрелки одного цвета. Ну, такое тоже было в Music Man, когда один шаг, там несколько раз в песне есть такое Show Time. И там все стрелки тоже одного цвета, в этом такое усложнение. Вот. В общем, это небольшая такая аналогия этого режима. Ну что ж, спасибо всем за просмотр, надеюсь, вам понравился
Этот танец, эта игрушка, если что, регистрируйтесь, поиграем вместе. Да и вообще добавляйтесь в контакт, Steam. Вот. Всем удачи, удачных игр и всем до встречи.